В краевой столице в честь праздника на мемориальной арке в сквере имени Жукова высекли фамилии кубанцев, героев России. Это 15 человек. Многие из них пришли на торжественное мероприятие. С праздником всех, кто отстаивал интересы Родины, поздравили губернатор края Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания Юрий Бурлачко. День Героя Отечества – особый праздник. И вот насколько он будет особым для каждого жителя края, зависит от нас. Формальным он будет или по-настоящему днем героя. 500 фамилий находится на этих мраморных досках. И неважно, в какое время они совершили свой подвиг во имя Отечества, во время Великой Отечественной или войны, в мирное время восстанавливая нашу страну после руин, или сегодня в локальных войнах защищали интересы нашей страны, просто выполняли свою работу на пределе возможностей и не думая, что за гранью смерть или удастся выжить. И сегодня молодежь должна знать их в лицо, знать их фамилии. Это наши земляки, они ходили по этим же улицам в наших городах и станицах. И мальчишки, девчонки с особым чувством гордости должны проходить по тем же местам, где они проходили. И тогда никто уже не заставит их переписать нашу историю, отказаться от корней, отказаться от нашей идеологии. Кубань чтит память своих героев. Их имена запечатлены не только в мраморе и граните. Главный хранитель подвига – это память людей. Многие из тех, чьи имена высекли на мраморных плитах, получили за проявленное мужество золотую звезду. Но сами они свои поступки подвигом не считают. Мы выполняли приказ, боевой приказ. Вот, и в определенный момент, в определенном месте, просто получилось, что ты проявил все, что тебя учили. Твои учителя, твои родители, твоя родина, в конце концов. Мне приятно, что мой внук прочитает это, приедет и маленький прочитает, и дальше будет передавать это. После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к мемориальному комплексу в честь всех героев России.